Так, прямо сейчас мы начинаем съемки прокачки ПК. Вот как начинается. Они ждали начала съемки около 3 минут. Запихали девайсы и кресло. Это самое опасное было, самое сложное. И сейчас компьютер. А компьютер поместится и в эту машину. Кстати, это компьютер компании Light Flight, а вот ее владелец. Я Лаловошка. Это Лаловошка, да. Это компания Лаловошки. А это друг Лаловошки, который делает ему бизнес, да? Брат. Который вместе с ним создали хорошую компанию, предлагаем очень приятный компьютер. Это друг Лаловошки. Ребят, очень сильно хочу попросить вас поставить лайк, потому что это прокачка ПК, и она опять записывается в последний день моего пребывания в городе. Через 24 часа у меня выйдет в Казахстан. Я там пробуду неделю в Алматы. Этот ролик, скорее всего, выйдет уже после всего этого дела. Но в любом случае, спасибо большое всем за лайк. Это экстрим. Постоянно у нас проходят такие экстренные выпуски. Спасибо Роберту за компьютеры. Спасибо клубу Top Tap, который провел турнир. И мы выбрали победителя. Посмотрите обязательно ролик с турниром, который сейчас у вас наверху. И начинается борьба. Это уже сложно. Но в такое время никто и не ходит. Карту прошли 4 человека. И там начнется настоящее мясо. Nice. Все. Сейчас начинается самое интересное. Чтобы понимать вообще, что у нас за герой, почему именно ему прокачиваем ПК. Это очень важно. Ну а сейчас мы выезжаем домой к нашему победителю и посмотрим, какая у него там ситуация. Да. Едем. Слушай, ну... Не, хорошая прокачка будет. Вот стол бы ему прокачать. Так, ну что ж, получается, мы тебе подогнали коврик Logitech 640. Очень высококачественный коврик, вы можете пользоваться мышкой Logitech. Кстати, мышки от HyperX не работают на этом коврике, представляешь? Ребят, мы впервые это делаем. Мы замеряем скорость включения старого компьютера. Так, раз, два, три. Так, ну, слушай, уже 4 минуты. ProSeries, 20 секунд. SSD там? Да. Моя ставка 28. Не, больше. 40. 40? 40, ровно 40. Хороший ровер. Друг Лаловошки хороший. Что у нас получается по компьютеру? О, у него были... Хорошо, что у него были проводные Logitech G Pro. Сейчас у меня будут беспроводные. 500 часов! 500 часов на Cybershock'е! Это очень много. 500 часов. Так, смотрим FPS прямо сейчас. Раз. 250 стабильно. 200, 198. Нужно забыть вообще про то, что это была прокачка. Это просто был турнир, где приз был компьютер. Все. Ну как, смог я сколько? Там, до 30. Ой, 50, 40. Да нет, ты смог. 40. Да нет, но... 198, средний FPS. Фиксируем. Как настроен оперативку? У меня 3 плашки разных, причем разные все. Вот, да. Короче, рассказываем просто всем. Ребят, самое главное после этого ролика, перезагрузите компьютер, зайдите в BIOS. Короче, XMP. Первый профиль D400, второй профиль D600. Во. Короче, выставьте у тебя XMP профиль. Там должен быть просто либо disable, либо какой-то. Короче, когда вы покупаете память, неважно какую частоту, когда вы только ее вставите в компьютер, она всегда будет работать на самой минимальной частоте. Вам вручную надо зайти в BIOS и выставить XMP профиль, чтобы вот частота, которая была на коробке, она активировалась. Сама она не активируется. Многие этого не знают. И это даст лютый буст к FPS. Вот мы сейчас проверим, сколько будет средний теперь FPS. Вот после всего этого тоже зайдите у себя, скачайте карту FPS Benchmark и напишите в комментариях, сколько у вас средний FPS в консоли появится. Так, ну что, проверяем. Так, смотрим. Ну как? 182! 182, чел! 45. Что ты сделал? Ребят, все, что он сказал, может быть, это работает. Но не в этом, да. Там 3 плашки разные. А в каком случае будет работать, скажи? Если ты покупаешь 2 нормальные плашки, где написано 3200 на коробке, но ты вставляешь, что работает 21-33. И когда ты делаешь разгон, все хорошо. Так, давайте вообще разберем, какие были девайсы у нашего участника. Монитор AOC со 104 Гц, 17 тысяч рублей. Клавиатура Blazing Hero от DNS, 3000 рублей, наушники Logitech проводные G Pro за 8000, мышка HyperX Pulsifier Core, она стоит 3, но он забрал ее за 1500, ну и коврик за 1600. А компьютер сколько стоит? 40-50 тысяч. Окей, 40 тысяч. Карта, значит, 1050,
процессор Ryzen 7700, три плашки оперативной памяти. Все разные. Все разные. Так, забираем все, что тут есть. Забираем. Работаем, работаем. Logitech за 2 дня до прокачки прислали все эти девайсы. Это самая новенькая мышь, это самая новая их продукция. G-Pro Superlight, беспроводная, мега легкая. Она весит меньше, чем 50 грамм. Легендарная мышь, очень легкая. Ну, вообще очень классная, типа. Хотел ее, кстати, купить, вот серьезно. Без всего, без броня. Вот хотел купить себе на день рождения как подарок. Почему? Именно белую. Идем дальше. Это клавиатура. Клавиатура здесь, опять же, у нас G-Pro. Голубые свечи, как и были у тебя, русская раскладка. В руках даже держать приятно, а нажимать еще. Слушай, приятно. Некоторые даже не ставят на стол, а играют на руке. А, да? Ну, буду знать. Звук-то какой. Что по ощущениям? Очень мягко. О. Очень комфортно. Гладкость чувствуется очень. Прорезиненный снизу, толстый коврик. Мне удобно на таких играть. Это легендарно. Это просто легендарно. Ну, материал очень приятный, металл, типа, очень удобно сидят на ушах, очень мягкие. А, вот микрофон. Так, и подключаем микрофон. Все. Если что, насчет монитора, мы ему отдаем 144 Гц, но Бенкер, он нам отдает АУК. Потому что ножки удобнее. И, ну, на самом деле, Бенкер как-то больше, да? Ну да, и типа ножки, типа, не очень удобно. Слушай, ну, уже выглядит более профессионально, честно. Самое интересное. Light Flight. Это неправильный запрос Google. Если вы хотите купить компьютер, вы пишете Light Flight. Вот так. Вы можете купить сборку, либо собрать его сами. Это уже зависит от вашего бюджета и умений. Но, кстати, умения тут не особо нужны, потому что Light Flight за вас уже обдумал все возможные варианты. Если совместимость будет неудачная, он вас предупредит. Заходим на сайт, выбираем процессор, какой хочется. После этого переходим к видеокартам, выбираем то, что интересно. Оперативная память я хочу. ADATA XPJ. Мне нужно всего лишь SSD, вот так вот. После этого вы понимаете, сколько это все стоит, и можете поделиться этой ссылочкой с друзьями и советоваться, как правильно поступить и где дешевле, а где дороже. В периферии тут есть такая возможность выбрать сразу же в одном и том же магазине и компьютер, и девайсы. Это ведь прекрасно. Коврики, графические планшеты, наушники, микрофоны, мониторы, мыши, аудиосистемы. Ссылочка на Light Flight есть в описании. Спасибо ребятам за постоянное спонсорство прокачек ПК. Без них этого бы не было. Спасибо Лололошке и другу Лололошке. Ты понимаешь, какая ценность сейчас у этой видеокарты? 3050. Да. С RFR от BMW. Ну, похоже. Материнская плата Prime B560MK. Роберт, почему именно она? Потому что она самой сбалансированная была на тот момент для данного процессора. Идеальный баланс. Одно из преимуществ компании Light Flight — это на то, что все, что идет с комплектующими, оно здесь. От винтиков до всяких проводов. И даже коробки от оператива. Тут другие компании этого вообще не делают. Тут еще в подарок тебе коврик. И не только коврик. Повербанк с логотипом Light Flight. Так, Light давай поднимать. У нас кресло от Noble Chair. Оно стоит 600 евро. Не знаю, сколько оно сейчас будет в рублях стоить, но это очень много. У тебя инвестиционное кресло белого цвета, очень редкая штука. Выглядит отличительно от других. Ну, главное за ним следить. Уф. Уф. Как по ощущениям? Как на диван сел. После того кресла. Ты сейчас серьезно говоришь? Я сейчас серьезно говорю. Тебе реально нравится? Я на том, знаешь, как сидел? Вот так вот. У меня спина вообще не ложилась. Я вот сидел. Слушай, это очень меня радует на самом деле. Ваня, настал тот самый момент. Ты к этому шел 12 часов. Ты включишь сейчас свой компьютер в первый раз. Так, сейчас мы проверим скорость включения. Напоминаю, прошлый включался за 40 секунд. Давай. Да. Раз, два, три. Очень долго. Ты на то стоял 25 минут? У меня включается за 10, за 15. Ладно, вот за 15 точно. Ну, смотри, если сейчас включится, это в два раза. Да, в два раза. Ровно два раза быстрее комп. Так. Все, я тебя поздравляю, дружище. Если говорить про компьютер, то тут 3050, i5, 10400, 16 гигабайт оперативки, SSD-шник, M2.
и терабайт памяти. В целом, рабочая штучка, FPS, ну, по идее, должно быть FPS 400. Мы сейчас запустим CS, посмотрим. Средний, я думаю, поднимется до, ну, с 200 до 350. Но сейчас мы сделаем тест FPS. Моя ставка 330-322. Ну, сколько было? 180, да? Да. 198. Да, 200 было. Без Слушай, ошибки. Ну, плюс 130 FPS. Не, в целом, знаешь, он же не оптимизирован, ты ничего не делал. То есть, ну, нет, нет. Из всяких Xbox они же тут остались. Надо его оптимизировать. Как, да нет. Как светится его экран. Тебе комфортно? Скажи честно, тебе стало комфортно? Да, намного. Ну, мышка, кстати, очень удобная, без шуток. Слушай, ну, у тебя 500 часов на Собершоке, из них половина на бхопе, сюрфе и кз. В основном на сюрфе. В основном на сюрфе. Может, дашь мотивашку людям, которые это видео смотрят? Может быть, посоветуешь им играть такие режимы, потому что в них можно выиграть полмиллиона рублей? Ну, слушайте, ну... Думал ли ты это все делал ради прикола или... Ну, слушай, было прикольно начать сюрфить как-то, что-то новое для себя открыть, научиться... Играть в каких-то режимах это всегда интересно. Я гарантирую, что если вы будете учиться сюрфу, бэкхопу или КЗ, а лучше всем одновременно, вы сможете участвовать в наших конкурсах. Как вы понимаете, это уже второй конкурс за последние 3 месяца на этом канале, где мы разыграли по 500 000 рублей. Учитесь. Действительно, на секундочку задуматься о том, что вот просто простой парень написал, откликнулся на предложение Эрика, что, ребят, вот у нас розыгрыш. Я более чем уверен, что тысячи людей просто подумали, ну нафиг там, я не смогу, ничего не получится. Да, были такие места. Ты куча таких людей. Ваня просто взял и написал, что да, я хочу участвовать. Его пригласили, он поучаствовал, и он забрал целый комплект. И это может сделать просто каждый. Главное не бояться. Да. И не бояться то, что будут типы сильнее тебя. Конечно. Сегодня были такие, но я же обыграл их все равно. Я вот типа когда против, ну в финале играл, когда у меня стрик пошел, да. Я понял, что надо успокоиться, он сам перенервничает и проиграет. И какие у тебя были эмоции? Ну, слушай, я когда начал убивать, ну, типа, стрик делать, вот поддержка, которая сзади, там, я не помню, чел, который, когда я выиграл, начал так прыгать, типа, вот так вот, он, наверное, больше всех кричал и радовался. Я когда начал ловить стрик, там все просто уже вот буря эмоций, и я понимаю то, что все ради меня, он уже сидит, наверное, у него руки трясутся, я такой, надо выдохнуть, успокоиться, все нормально, сейчас выиграю. Я такой уже вижу, 29-27, ведь просто орут все люди, знаешь, вот как барабанная дробь, и 30-й килл, я просто взрываюсь, прыгаю, радуюсь. Я вообще не ожидал, я думал, ну, 20-ку сейчас заберу, типа, поеду домой. На самом деле все вот так вот сложилось. Старое кресло, старый компьютер, старый монитор. Это все мы заберем, потому что это прокачка ПК. Такие правила. Спасибо большое всем, кто посмотрел. Я надеюсь, что эта история заставит вас, смотивирует становиться лучше, пробовать что-то новое, потому что он просто умеет бэхопить, серфить, играть в КЗ и стал победителем прокачки на 500 000 рублей. Спасибо тебе большое, Ваня, за участие. Спасибо за то, что ты меня смотришь. Спасибо за то, что нас играешь. Спасибо за то, что сегодня был на турнире. Это классная история. Я сейчас сфоткаю до и после. Не забудьте подписаться на канал и, самое главное, на Телеграм. Потому что, возможно, когда я выпущу этот ролик, Ютуба уже не будет. Я не знаю, когда мы опубликуем, но Телеграм все еще существует. Эрик, сука. Спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, вам ролик понравился. Если так, то я жду от вас лайка. Ну, а также подписка на канал. Ну, а мы сейчас прощаемся. Я вам предлагаю посмотреть мои предыдущие прокачки, которые мы делали. Всем пока!